страшные 30-е годы. Непростая история репрессированной семьи русских интеллигентов. Ксения, мать двоих детей, отказывается стать осведомителем и тем самым выносит себе приговор. Вы, я вижу, куда-то собрались? Чемодан, теплые вещи не по сезону, валенки. Ну как же? Вы же сами дали мне 3 дня на размышление. Я сразу сказала, что осведомителем я быть не могу. За 3 дня ничего не изменилось, да измениться не могло. Лучше лагерь. Лучший этап – тюрьма. Фильм смотреть однозначно, чтобы помнить. Он даже не про одну судьбу, он про то время. В такое время умирать было не страшно, страшно жить. 3 августа на телеканале «Самара ГИС».